Для вступления в русскую академию вам нужно подать заявку. Если вы этого еще не сделали, то вам нужно открыть меню «Адреса и координаты». В разделе «Введите запрос» напишите 30-русян-академия-30 и нажмите «Поиск». В открывшемся новом окне в результатах поиска вы увидите название корпорации «Русян Академия». Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте окно «Информация о корпорации». Тут вы можете подать заявку на вступление в корпорацию в самом низу окна. Также здесь можно посмотреть описание Русской Академии и общие характеристики. Нажав на рекламу корпорации, вы сможете ознакомиться с основными видами деятельности и местами нахождения Русской Академии. Также подать заявку на вступление в корпорацию. В том числе, вы можете здесь увидеть список вербовщиков, чтобы при желании с ними связаться самостоятельно, не дожидаясь, пока они сами свяжутся с вами. Ваша заявка на вступление в корпорацию может быть принята не сразу. Поэтому не торопитесь, а занимайтесь своими делами. Вскоре вы увидите уведомление в нижнем правом углу о том, что ваша заявка одобрена. Для того, чтобы подтвердить вход в корпорацию, вам нужно открыть меню «Корпорация», перейти в закладку «Вербовка», далее открыть «Мои заявки» и тут нажать кнопку «Подтвердить». Обращайте внимание на входящую почту, куда вам будут приходить от них уведомления. Инструктаж проводится в голосовой связи, ссылку на которую вы можете найти в информации о корпорации «Русская Академия», в корпоративном чате, во входящих письмах от вербовщиков и практически в любом другом письме от корпорации. Желаю наслаждаться, веселиться и становиться с каждым днем богаче, а главное, с друзьями поделиться, когда придут, достаток и удача.